Конфеты и красные дедморозовские колпаки. Одесская патрульная полиция 7 января работала в особом праздничном режиме. Правоохранители, сменив привычные головные уборы, на красные шапки раздавали детям конфеты. Акцию провели на железнодорожном вокзале и в аэропорту. Сегодня акция в честь новогодних праздников «Полиция с народом». Мы ходим, поздравляем людей, даем им подарки, особенно маленьким детям. Желаем им всего хорошего, напутствия. Естественно, говорим им, чтобы они не нарушали, потому что это наша прямая обязанность. И, в принципе, как бы заодно следим за общественным порядком. Сами пассажиры акцию восприняли позитивно, говорят, не ожидали. Приятно, что подошли, поздравили. Настроение поднимается. Приятно очень, что полицейский тоже поздравляет с Новым годом. Конечно же, не ожидал от полиции. Дети очень рады, довольны. Ну, так как они еще не понимают, что мы есть полиция, они довольны подарком. Вот. А родители, естественно, не ожидали этого всего. И они сразу: о, новая полиция, вас тоже с праздником. Вот. Так что здорово, хорошие эмоции, позитивные.